Книга «Ослиная порода», автор Полина Жеребцова, глава 4. «Таинственные грибы». В детстве все воспринимается по-другому. Ты легко переносишься в волшебные страны, где водопады из живых ароматных цветов, а под ногами лазурное небо, ты смотришь вверх и видишь там бушующий океан и бегущих по нему лошадей. Может быть этот мир из твоих снов, а может быть из моих. Но когда тебе нет еще четырех, ты способен оказаться там в любую минуту. Стоит только закрыть глаза. Сидя на маленьком коврике у своей деревянной кроватки, я незаметно погрузилась в мечты. Мне пришлось немного задержаться у водопада, чтобы собрать цветы. Мне попались тяжелые водяные лилии, которые я видела однажды на старинной гравюре. Подумав о выцветших страницах книг, бережно хранящихся в дедушкиной библиотеке, я заметила танцующих эльфов в траве и птиц с радужным оперением, летящих ко мне по небесному океану. Привет, друзья! крикнула я эльфам, а они, взявшись за руки, продолжали кружиться. Мне тоже очень захотелось повеселиться, и я заплясала вместе с эльфами, отбросив корзинку и рассыпав лилии. Нежная музыка и вкусные запахи наполнили воздух. Было совсем не страшно, но неожиданно из высоких зеленых трав выглянул странный зверек и торопливо сказал «Я Тики, иди за мной». Подумав, что это тот самый зверь, который спас мальчика от змеи, я побежала за ним, забыв о корзинке. Но он о ней вспомнил. «Придется вернуться, она нам понадобится». Взяв в руки корзинку, я увидела, что мои прекрасные лилии бесследно исчезли, оставив после себя только капельки росы. Пропал и волшебный водопад, и теперь на том месте стоял непроходимый мрачный лес. «Нам туда!» – махнул лапкой Тики, показывая на чащу. Идти было жутковато. Где-то в ветвях деревьев ухал филин, совсем как в сказках о Бабе-Яге. Но я пошла, стараясь не отставать от шустрого зверька, отдаленно напоминавшего то ли кролика, то ли мангуста, я пыталась не отцарапаться о а ветки берез, буков и кленов, преграждавших нам путь. Через какое-то время я поняла, что мы идем на свет, совсем как бабочки летят на огонь. Лес со всех сторон окутывала ночь, и звезды смотрели вниз, как глаза гигантского дракона. Мы пришли, сказал Тики, мне дальше нельзя. Пойдешь на лучистую опушку одна. Почему? Я могу показать дорогу, но найдешь их сама. Кого найду? Грибы. Грибы? Я, конечно, видела на картинках грибы и могла четко, не запнувшись на букве «Р» произнести «гриб», но никогда их не ела. Зачем они мне? Это необычные грибы, сказал шустрый зверек. Кто их соберет, будет все видеть и знать. Я решила, что мне обязательно нужно все видеть и знать, иначе окружающие подумают, что я дурочка или чего доброго, настоящий осел, так говорит мама. Шагнула вперед. Лучистая опушка с виду оказалась самой обычной. Там летали мотыльки и росли полевые цветочки, а вот грибов не было. Я совершенно без толку ходила по краю леса, а потом отчаялась и позвала. «Грибочки! Грибочки!» Травинки затрепетали, и, к моему удивлению, из-под земли показалось солидное грибное семейство. Шляпки у волшебных грибов переливались золотом, а ножки светились густо-сиреневым. Я, обрадовавшись, собирала их и складывала в корзинку. «Скорее! Скорее!» Мне показалось, что грибы могут исчезнуть так же внезапно, как и появились. Нужно было торопиться. Подумав, что могу не справиться с возложенным на меня заданием, я заволновалась и вдруг увидела ножик. Он был миниатюрный и блестящий. Срезать грибочки им получалось легко и быстро – вот моя корзинка уже почти полна. Счастье переполняет меня. Но откуда-то из океана, в котором бушуют волны, раздался голос. «Что же ты делаешь, злобное существо?» Оглянувшись в поисках злобного существа, я поняла, что нахожусь не на лесной полянке. В глазах мелькало что-то светло-коричневое и мягкое а голос свыше продолжал заходиться в истерике. «Вы только посмотрите, что творит! Суп на кухне нельзя сварить! Где же это видано? Где это слыхано? У всех дети как дети, а у меня осел. В мое ухо вцепилась рука, приводя меня в чувство. «Посмотри, ослиная порода, что ты натворила!» «Что я сделала? Что? Смотри, смотри!» Взглянув под ноги, я обнаружила, что симпатичный коврик у моей кровати изорван и даже лишен шерсти. Аккуратная горка шерстяных нитей лежит рядом и тут же отвертка, которой дед недавно чинил телевизор. Последний раз спрашиваю, что это такое. Мама едва сдерживалась. Я постаралась объяснить как можно понятней. Ковер это полянка в лесу. Я собирала грибы. Грибы вот здесь. Показываю на выдранную из ковра шерсть. Для того, чтобы собрать грибочки, я взяла ножик. Вот этот. Показываю на дедовскую отвертку. Эти грибы особенные. Мама отпустила мое ухо, чтобы освободить руку, после чего дала мне такую звонкую оплеуху, что я отлетела под кровать. «А теперь слушай меня», — сказала она. «Понятное дело, что ты осел и будешь на своем настаивать, но заруби себе на носу. Этот ковер не лес. Это обычный ковер, я купила его в магазине, отдав всю свою зарплату. Купила, чтобы у тебя ноги не мерзли. Ты же взяла и плюнула мне в душу. Обиженная мама повернулась и ушла на кухню варить суп. А я лежала под кроватью и думала, как это плюнуть в душу. Набрать полный рот слюней и плюнуть, а куда нужно плевать, чтобы попасть? Где у человека душа? Неужели в ковре, который человек стелит под ноги около кровати? И еще я подумала, что когда вырасту, расскажу всем, что ковер может быть лесом, и за это никого не надо наказывать.